Казахстан должен помочь освобожденным районам. Нашему району дано задание собрать гурт в 500 голов и доставить в Донбасс. Я же на фронт просился, Агай. Это особый гурт. Вы должны вести самые честные, самые преданные люди. Мы попутно. Одним страшно. Возьмите нас с собой. Вы же все-таки военные. Вам далеко? Нет, недалеко, до Донбасса. Разрешите. Разрешаю. Вот, спасибо. Кто она? Законная жена Камбара. Айша ее звать. Все! Пустой посуды больше нет! Это что ж, не доить коров? Как это не доить? Не мучиться же их! Мне литр, а мне два. А говорила, торговать не умею. За полчаса управилась. Торговать не умею, раздавать могу. Тревога! Тревога! Угнали! Командир, коров угнали! То есть, как угнали? Олимбайга, дядя Степан, поклоним! Шлепнуть его? Подожди. Бросай оружие! Мы окружены! Смотрите фильм «Долгий млечный путь» на канале Елерна.